Добрый день, дорогие друзья! На связи Елена Тарарина. 25-26 мая наш международный фестиваль Art Практик пройдет в Германии. И дорогая Тахмина Альфман является организатором этого фестиваля. И это видео-приглашение специально для тех, кто еще размышляет, стоит ли присоединиться к фестивалю, и вообще, что такое фестиваль арт-терапии, почему туда стоит идти. Знаете, сегодня невероятно важный, значимый день в моей жизни. Именно сегодня я записываю это видео-приглашение на фестиваль в Германию. Сегодня началась группа по арт-терапии в Киеве. В этой группе 60 человек. Это самая крупная группа в истории нашей компании. Вчера у меня была температура, абсолютно красное горло, и я вообще не могла разговаривать. И когда я думала вчера о том, как я пойду на группу, то я знала, что когда в жизни происходят важные события, то всегда будут преграды. И я всегда знала, что жизнь будет проверять тебя на силу твоего намерения. И если ты действительно хочешь добиться своей цели, и если ты действительно хочешь помогать людям, если ты действительно хочешь реализовать свои мечты, жизнь не раз, и не два, и не три проверит тебя. И когда вчера я засыпала, то мне самой было безумно интересно, как же завтра я смогу говорить. И я знала точно, что не я буду сегодня вести эту группу, а через меня будут говорить мои учителя. И я знала точно, что придут силы. И я знала точно, что придет голос. И я знала точно, что не будет температуры. И я знала точно, что в группе будут удивительные люди. Почему? Откуда такая невероятная уверенность в себе и откуда такие огромные возможности? В моей жизни все это мне дает творчество. И на фестивале в Германии 25-26 мая я и наша команда будут рассказывать о том, как с помощью творчества, с помощью поиска ресурсов, с помощью поиска возможностей через свои внутренние силы, через соприкосновение с этой внутренней силой, через метафору и образы, то, что модно сейчас, востребовано и очень популярно, легко, быстро и, самое главное, без надрыва мы можем получить в своей жизни, даже когда мы этого не ожидаем. Поэтому я приглашаю всех, кто еще раздумывает по поводу того, стоит ли идти на фестиваль Art Практик в Штутгарте 25-26 мая. Не просто стоит идти, вам не нужно быть психологом, вам не нужно иметь какое-то специальное образование, чтобы понять, что когда Бог создавал мир, он не был психологом, он не был арт-терапевтом, но он создавал. И он достиг своей цели только потому, что он верил, только потому, что он хотел, и только потому, что в какой-то степени он был дерзким. Мы приглашаем вас прийти на фестиваль арт-практик в Германии, в Штутгарте. Мы приглашаем вас поверить. Мы приглашаем вас присоединиться к международной команде профессионалов, которая 4-летним опытом существования фестиваля доказала, что творчество — это единственный инструмент, который помогает достигать результатов без надрыва, легко, свободно. И тому невероятное доказательство мой голос, группа в 60 человек, которая сейчас работает, которая сейчас ушла на перерыв. И, друзья мои, я уже собираю чемоданы, мои билеты куплены, и я очень-очень жду встречи с вами в прекрасном городе с невероятной командой. Обнимаю и очень жду встречи. Германия, Штутгарт, 25-26 мая. До встречи!